надеюсь, все-таки футболисты покажут качественный скоростной футбол. Обе команды, скорее всего, будут действовать по схожей схеме в три центральных защитника. И стартовал. Наш матч стартовал турнир первой лиги для Волгаря и Акрон. Ярников. Мягенький наезд воротам 1-0. Есть первый гол Волгаря в сезоне. Ну и по кульбиту астраханские болельщики догадываются, что автором его становится Илья Стефанович. 12-я минута. Илья Стефанович 1-0. Говорили мы про роль стандартов, про то, что Волгарь делает на них ставку, ну и сработало. Сейчас на Агеев, Агеев, удар по воротам, штанга на добивании, Бутенко немножко не рассчитал отскок. Илья Рощенин, Никита Копленко, Данила Смирнов, Артур Гелезидинов, Александр Носов, Владислав Брагин, Дмитрий Лесников и Валерий Царукян. А сейчас опасный был момент. Двадцатка Акрона с мячом. Навес штрафную. Здесь падение. Удар по воротам рядом со штангой. Павел Шакуру. Хорошая подача. Удар по воротам рядом со штангой. Было опасно, уважаемые зрители. Станкин Базилюк. И звучит финальный свисток. Рафаэль Шафеев оглашает о том, что Волгарь в первом матче нового сезона обыграл тольяттинский Акрон с минимальным счетом на 12-й минуте. Илья Стефанович